В бренд-пространстве Hyundai Motor Studio открылась выставка современного искусства «Мир на проводе». Ее подготовил Майкл Конор, представитель всемирно известного арт-сообщества Ryza. Экспозиция посвящена изучению художественных подходов к использованию цифровых инструментов в искусстве, включая дополненную и виртуальную реальности, а также машинный интеллект. Почему Motor Studio, почему современное искусство? Дело в том, что мы как компания смотрим на будущее существенно шире, нежели просто как автопроизводители. Мы считаем, что вовлечение в современное искусство и быть вовлеченным в современное искусство это совершенно необходимо для того, чтобы осмыслять и собственное вообще предназначение как производителя автомобилей, как будущего производителя услуг. Московская экспозиция «Мир на проводе» стала третьей и заключительной после аналогичных выставок в стенах Hyundai Motor Studio в Пекине и Сеуле. Но она уникальна. В ней есть арт-объекты, которые прежде публике не представлялись. В частности, работа нашей соотечественницы Марии Федоровой. Та выставка, о которой мы сейчас говорим, и то, что представлено в Motor Studio, все-таки это достаточно такая узкоспециализированная, я с этим согласен, но, тем не менее, это определенный совершенно нестандартный взгляд на будущее, на действительность, на то, как человек существует в этой действительности, что нас окружает, о чем современные люди думают. То есть нам это очень интересно. «Мир на проводе» далеко не первое мероприятие, которое поддерживает Hyundai Motor Studio в Москве. Бренд пространства регулярно оказывает содействие художникам, музыкантам, литераторам. А все потому, что, по словам представителей марки, автомобили – это тоже часть современного искусства. Автомобили, в первую очередь, помимо технологий, конечно, это дизайн. А дизайн – это, конечно, искусство. Сколько мы общаемся с нашими дизайнерами, то есть, конечно, чтобы создать автомобиль, его образ и детали, мельчайшие детали, конечно, это я бы поставил в один ряд с современным искусством. Потому что дизайн, а потом уже инженерия и все, проработка – это очень близко к искусству. Остается лишь добавить, что выставка «Мир на проводе» открыта для всех желающих до середины декабря. Кстати, сейчас в Hyundai Motor Studio также представлена футуристичная экспозиция «Будущее передвижений». Она демонстрирует передовые решения бренда в сфере индивидуальной и коллективной мобильности, водородной энергетики и прочих экологически чистых технологий.